Дорогие друзья, всем привет! Я сейчас захожу на свой основной аккаунт, и там мне ответила техподдержка прямо на стриме. Сейчас со мной сидит, кстати, мой брат. Поздоровайся. Сюда привет. В микрофон. Привет. Вот. Но он немного стеснительный и не разговаривает в основном на стриме, в видосах. Вот, поэтому он будет в основном молчать. Но мы с ним сейчас поиграем, и я хочу вам показать, что мне ответила техподдержка и что я ей писал. Значит, кто не в курсе, мне вот вчера забанили, ну не знаю, когда выйдет этот ролик, на днях забанили мою учетную запись, не объяснив причины, просто вот блокировка и все. Я, естественно, ну это в любом случае, разбанят, не разбанят, это в любом случае неприятно и страшно. Я не знаю, может кто-то и рад, что меня забанили, да, но знаете, что на этом, на моем месте может оказаться любой из вас, и я никому не пожелаю, даже самому там ненавистному хейтеру своему, чтобы банили вообще что-либо без причины, вообще, чтобы наказывали без причины, я никому не пожелаю. Это реально неприятно. Вот, ну я же написал поддержку. Пацаны, типа, так не делается. Вот, короче, что за что заблокировали учетную запись, разбаньте, где код разблокировки, где мне его взять. И вот какое сообщение мне прислала поддержка. Привет, боец, рад, что вы обратились к нам. Не могли бы вы уточнить, о каком аккаунте идет речь, чтобы мы смогли во всем разобраться. Пожалуйста, укажите следующие данные. Какое имя аккаунта, в каком клубе состоит. Есть аккаунт уже не в клубе, укажите наименование предыдущего клуба, какой аккаунт, уринопыта, ты дым-сюдым и так далее. Ну, я же, конечно, все указал, где состоит, что туда-сюда, и вот. Вот, собственно, жду последующий ответ. Я думаю, что следующее сообщение должно быть наводящим. Там, когда, в каком городе, на каком устройстве была создана учетная запись, чек доната, на каких устройствах играли. Я думаю, что на самые-самые наводящие вопросы мне пришлют, дабы убедиться в том, что я владелец этого аккаунта. Я надеюсь, что это разъяснится, и уже вот это сообщение уже какой-то шаг навстречу мне. Я безумно благодарен, точнее, безумно рад, что разработчики хоть откликнулись на мое сообщение, и шансы еще не потеряны. В общем, сейчас поиграем с братом, а я надеюсь, что мы ее снова в скором времени разбанят. Пожалуйста, поставьте Лукас, дабы это... Улыбнись, что ты? А вы поставьте Лука, чтобы мы ее снова разбанили. Усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. А данный видеоролик сделан при поддержке компании 1xBet. Если ты увлекаешься спортом или киберспортом, у меня хорошая новость. У них там огромный ассортимент этого добра. У них большие коэффициенты, быстрые выплаты. В описании в закрепе ты найдешь самую полезную информацию. Получай бонусы и удачи тебе. Ну что, я готов, ты готов? Бери телефон. Егор, короче, его зовут Егор, кстати, да. Он скачал Brawl Stars вот буквально сегодня. Но опять же, когда выйдет ролик, не знаю, неважно. И вот сейчас мы попробуем с ним покатать. И мы уже на стриме с ним играли. Кто смотрел стрим, они знают Егора. И уже даже играли с Егором. Мы вот с подписчиками играем в последнее время на стримах. Если ты еще не видел мои стримы, то ссылка в описании, подписывайся. Вот, вот, приглашаю Егора. Так, во что мы будем играть? Что у нас сейчас в ШД? Можно по очереди. Все. В смысле по очереди? Там немного футбол. Да, но в 3 на 3 типа... А, ты хочешь в 3 на 3 поиграть, да? Или вдвоем в ШД пойти покатать? Да, я предлагаю покатать с тобой в ШД. Значит, смотри. Бери... А, у тебя Шелли, да, только ближник. Бери Поку, давай попробуем за Поку. Мы не будем играть в 3 на 3. Мы будем играть в 2 на 2. Не, ну можно, в принципе, чередовать, ну а там как получится, как посмотрим. Опять же, как раз посмотрите, как играют новички, и, возможно, вспомните себя. Напишите в комментариях, как у вас вообще дела в начале было. Так, я вот так вот уберу саму игру, чтобы... Егор, не подходи так сильно близко, но ты уже подошел, и ты отхилился, красавчик, красавчик. Я тебе хочу помочь, но пока не получается. Отхилься, отхилься, брательник. Убили, убили. Егор, метеорит, видишь? Вот это метеорит, зона. Уходим, уходим. Ух ты, блин, покоцал немного. Так, сильно так не выходи. Не надо было тебе хилиться, ты уже за текстурой был. Ну ладно. Так, иди сюда. Хотя сюда сильно не подходи, а то меня сейчас могут убить. Так, отлично. Так. Блин, лагают сервера или интернет, я не понимаю. Ну, какое-то приторможенное действие, да, есть? Да. Не-не, Егор, Егор, уходи, уходи я, оттуда. Я знаю. Так, что ты знаешь? Туда нельзя подходить, потому что... Я знаю. Проверяй кусты, если что. Да не подходи так близко, Егор, сейчас может выйти Шелли из стычки убить тебя. Чё ты стал?
Ага, вижу. Лагает, кстати, и у меня, ребята. Не знаю, почему. Так. Оу, щет. Пожалуйста, уходи, уходи от Динамайка. Нам надо хотя бы топ-2. Сюда вниз, иди ко мне, вот так. Оу, так этот жопа. Тут невозможно будет, мне кажется. Уходим вверх. Хотя, что невозможно? Возможно, если они между собой начнут. О, давай. Есть. Там джин остался, 14 банок. Сюда, срочно надо сюда идти. На, джина убил, офигеть. Смотри, сколько банок подбираю, Егор. 9 банок. Пожалуйста, кайте. Топ-1! Сходу, давай пятюню. Реально, хотя у нас банок целый поединок не было, да? Вообще, нам даже немножечко фартануло. Так, сейчас, секундочку, у меня тут окна немножечко сбились, все. В принципе, нормально. Так, ну что, тебе понравилось? Еще раз сыграем? Да. Поехали. Сейчас. У тебя хоть телефон не разрядится, он там будет предупреждения какие-то кидать? Да. Нормально, достаточно зарядки? Если что, подруби зарядку. Поехали. Я, ребят, очень надеюсь, что мою основу в скором времени разбанят. Я очень скучаю за основой, и я, на самом деле, немножечко уже успокоился. И когда пришло это сообщение, оно пришло прямо на стриме, я прям такой, что они написали? Пожалуйста, хоть бы это, ну, ответ на разбан. Я думал, что, знаете, ответят типа, извините, мы, короче, заметили, что вы там что-то нарушаете, поэтому разбана вам не видать, сосо повлешвили. Ну и все, я думал, это... Все, ББ, ГГВП. Все, давай выходить, Егор, с кустов. Давай, проверяй. Уходи. Не, Егор, не надо. Ты еще с ближниками не встречался, это очень опасные люди. Так, давай. Что так лагает вообще просто? Это не интернет, это сервера, мне кажется. Хотя... Мочим, автотачим. Так. Аккуратно, будь осторожен. Все отлично. У меня есть ульта, нам теперь море по колено. Я никого не боюсь вообще просто. Любой, подходи сюда. Давай. Если он тебя подъедет. Не хилься. Минус Дэрил. Отлично. Блин, я не могу. Меня лагает очень сильно. Прям катастрофа какая-то. Там... Барли вижу. Так, ну тут Мортис сидит, я знаю. Оп. Нет, это тут уже. Не, наверное, уже. А, вот там. Окей. Так, Пэм. Окей, давай вверх. Жмем вверх. Отлично. Динамайка. Воу. Полегче. Так, все, минус Тима. И остались мы раз на раз с кем-то. Ну, давай. Аккуратно подходим к ней. Смотри, я сейчас подойду, я ультану через стену. Да, там... А что я сделал? Меня лагает, пацаны, вообще жестко. Не, мы проиграли, потому что меня залагало, я что-то... Хотя, держись, сейчас я резнусь. Уйди за текстурку. Да, не дамаж сейчас. Давай, мочи её. Ах. Ох, ты хильнулся, братан, давай. Ты сдох, да? Да. Ну, я не вынес, у меня 12 банок. Да мне лагает ужасно, блин, тебе лагает? Что за дичь вообще? Я вообще, у меня вот так все фризами тупо. Такого никогда не было, это не интернет, я уверен. Так, давай кого-то еще возьму. Да не, в принципе, возьми ты Шелли теперь. Да. Возьми Шелли, а я возьму... Ворона, например. Давай попробуем так вот теперь. Надеюсь, получится. Готово, поехали. Отлично. Так. Так. Давай. Тыкс. Давай, уничтожай этот, да. Подходи впритык. Ты впритык дамажишь намного сильнее. Так, смотри, вот сейчас. Давай, убивай. А я сейчас вот этих, на них яд повешу. Отлично, все, минус Тима. Сюда иди срочно. Да тут сундука. Нормально, иди сюда. Убей. Да ну нах. Его добили этого? Иди. Оу, щит. Давай, иди в кусты, иди к этому, к Динамайку.
Оу, щит. Прям как-то прям напряжно. Оп-оп-оп-оп-оп, отлично. Дамаж, дамаж, дамаж. В упор надо подходить. А, все, у тебя мало хп. Отхилься. Походу, ты умрешь сейчас. Если, конечно, выживешь, то это будет круто. Отлично, ты выжил. Так, ну, давай аккуратно сейчас. Так, так, так. Давай сюда. Давай. Да зря ты спалил. Да у меня жесть как лагает. Что за дичь вообще происходит? Меня прям бесит это. Да так лагает, как будто, я не знаю. Да блин. Жесть. Ну, да, тут было в конце сложновато немножко. Но мы топ-2 взяли. Ну, лагало как-то жесть, да? Жестко прям. Так, ладненько. Короче, ребятки. Вот я и познакомил вас еще с одним братом, хотя кто следит за моим каналом, они должны видеть Егора во влоге «Мои братья». Но если вы хотите какие-то еще видосики, то ставьте лайк с братом. Вот. Ну, хотя не в этом дело. Самое главное, поставьте лайк, чтобы мою основу разбанили, потому что осталось не так уж и много. Я надеюсь, что... Последний вопрос, последние сообщения от разработчиков, я даю на них ответ, они мне дают код, и я наконец-то захожу. Мне реально, я очень хочу зайти на основу, я просто так боялся, что я больше никогда не зайду. Там 300 кубков до 10к осталось. Поддержите меня, ставьте лайки и ждите, скоро будет все. Спасибо вам всем за просмотр, всем удачи, всем пока.